Двое мигрантов, устроившие драку в вагоне поезда на окружной, задержаны. Полиция задержала двух мужчин, спровоцировавших межнациональный конфликт в вагоне поезда на станции Окружная. Сообщается, что ими оказались граждане одного из государств ближнего зарубежья. На них заведено уголовное дело о хулиганстве. 14 ноября группа приезжих в вагоне поезда на станции Окружная вела себя вызывающе, а после того, как женщина сделала им замечание, стали оскорблять ее. За пассажирку вступились попутчики, после чего началась драка.